праздник сказок и праздник надежд. Я думаю, что все ваши мечты, желания в будущем году сбудутся. С наступающим праздником и хорошего настроения! Слово предоставляется Олегу Борисовичу Бирюкову. Добрый день, уважаемые друзья! Вы знаете, мы первые сегодня в республике открыли всем нашим... Я правильно сказал, что-то я думаю, там сзади говорят, что-то непонятно. Значит, уважаемые друзья, мы сегодня первые в Чувашии открыли Новый год.